Парни, добрый день. Салют, как дела? Что вы такое вкусное кушаете? Зефирки. Ой, прекрасно. Я вам завидую. Гуляете уже, отдыхаете? Да, все-таки весна такая. Пришла уже, ну почти пришла. Да, можно немножко расслабиться, да, не работать, позволить себе не работать, не учиться. Да? Наши каникулы, мы можем себе позволить отдохнуть. Вы студенты, судя по всему. Да, да, да. Замечательно. Вот, кстати, студентам больше всех повезло, мне кажется, в этом году. Они халявщики, они до марта месяца отдыхают. У них не все, каникулы. Не все, да? Да, не все университеты. Друзья, у меня есть к вам серьезное задание, называется рубрика «Экзамен», которую снимаем. В общем, тема очень простая. В принципе, несложная. У меня есть три вопроса. Вопросы, связанные со словами. Единственное, что я не знаю, это как правильно поставить в этих словах ударение. Нет. Что такое? Что с ним случилось? Я напугал? Чем? Ну ладно. Если вы с этими тремя словами справитесь, то есть дадите правильные ответы, я вам подарю шоколадку. Очень вкусную, хорошо. Мою любимую, знаете. Она уже, мне кажется, полюбилась многим нашим телезрителям и одесситам. А если проваливать экзамен, то выполняйте несложное задание. Хорошо. Готовы? Да. Как правильно сказать? Хаос, либо хаос? Хаос. Хаос? Хаос, да? Потому что доктор кто? Хаос. Доктор Хаос, да, был? Хаос. Хаос. Хаос, да? Хаос. Хаос, наверное. Хаос. А? Хаос. Хаос. Хаос, да? Хаос. Хаос. Следующий вопрос. Фарфор или фарфор? Допустим, там, посуда или чашка. Ну, я думаю, чашка. Фарфор. Фарфор, да. Фарфор. 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 На О, да? И последний вопрос. Очень легкий. Шарфы или шарфы? Шарфы, наверное. Шарфы, да? Шарфы. Шарфы. Шарфы, да? Ударение на А. Ну, пойди шарфы. Шарфы. Спасибо вам большое. Только в кармане, потому что 4. Вот так вот. 4, ладно. 4. Хорошо. Так показывает трудовик. 4. Это вам на двоих. Держите. И вам спасибо большое. Запомните, более... говорит правильно кость. Кость? Да. Хорошо. Не кости, а кость. А к чему это? Ладно, хорошо. Экзамен сдан.